На мосту надо сфоткаться всяко. Эти красавцы. Вот можешь приблизиться и посмотреть у него вот эти вот загогулины. Да не хочу я у него эти загогулины усматривать, мама. Вот загогулины, да и что ты ему там под хвост заглядываешь? Мне не хочется. Под хвост, а под крылышками. Ну понятно, но мне не интересно, что у него там под крылышками. Мне, в принципе, как целая утка он интересен. Нет, я просто впервые увидела. Да мне как-то вот, такие что у него там интересное. Вот такие, вот, давайте потом дома почитаем анатомию. Ну это может быть, чтобы летать. Счастливые. Почему тогда утки такого нет, если все летят дома? Ну, может быть, для привлечения самки там. Ну да, может быть. Какие-нибудь половые признаки. Мама у нас энтомолог или как там это называется? Орнитолог. Орнитолог. Как это любопытство к подробностям. Ну, умывается. Видишь, у него баня. О, у него синим отливается. Да, красиво. Все летние же красивые. Они очень красивые. Знаешь, что зеленым, а у этого синим. А у девочек синеватые перышки, это даже надо. Смотри, они крылышки, видишь, моются. Ну, они моются, да, все красавица. Вон у него крючки, два крючка. Да я не вижу так далеко. Ой, какая красавица. Воняет, конечно, болотцем. Теперь запах. Иногда, да, так вонёт. Да, Катя, что ты... Ой, смотри, они вон за девочку борются. Смотри, она убежала. Пошли нафиг, мужики. Давай, поближе. Пошли нафиг, мужики. Отстанет ребёнка. Все, они поехали, залетели за твоей уткой. Нет, тут главное... Борьба. Борьбы с борьбой. Ой, правда, это и это зима. А эти, видишь, уточку он свою берет. Он, да, он такой охранник, потому что... Так сказать, соперники. Да кукол такой, не подходи. Такое типа мое пошел добро. Нафиг. Ладно, пошли, да, он охраняет сокровище. Короче, уток на всех не хватает. Да, конечно, у меня же мало работы. Они там утят выращивают. Эти что, они сделали свое дело? Утильтинит. Мне нравится слово «лапти не брякать». Никто, кстати, не знает выражение «козе понятно и лапти не брякает». Что за «козе понятно»? Я тоже не знаю. «Козе понятно» — это мамино выражение. А это значит, «лапти не брякает» так... тоже от бабушки. Да, да. А «козе понятно» — значит, все понятно. Что за «козе»? Я не могла вспомнить, что сказал Серега какое-то слово. Бабушка такое говорила. Я забыла тоже. Тыкается, то ли тут как-то вообще. Ой, фу, тут так нормально пахнет. Пошел какой-то прям ядрёный. Нет, вы сейчас поняли?